Доброе утро, ребят. Мы решили, что пора бы вам уже внятно рассказать о том, где мы, что мы, почему мы, потому что до этого, если честно, мы сами толком не понимали, куда мы едем, как это будет выглядеть и доедем ли мы вообще. Где мы сейчас находимся? Вот если вы представите остров Палаван, на самом верху находятся Эльниды и Корон-Корон, самые туристические регионы этого острова большого. Там очень много туристов, в том числе много русских знают об этих местах, особенно европейцев. А мы сейчас находимся в самом низу этого острова, точнее, там маленький островок Балабак и группку островов очень небольших. Вот мы находимся сейчас на одном из этих маленьких островков. И здесь нет туристов от слова вообще, то есть вообще их нет. То есть это буквально мы и вот четверо ребят-французов. Почему? Потому что эти острова открыли для туристов буквально в прошлом году. Раньше здесь была опасность, были террористы, но сейчас все тихо и все в порядке. И туристы еще не узнали об этом месте. Сюда практически никто не ездит. Как мы сюда попали? Мы на самом деле нашли информацию об этом месте у одного европейского блогера. И нашли в интернете женщину по имени Элен. Мы оставим обязательно на своем сайте ссылку на ее контакт, чтобы вы могли с ней тоже связаться, если захотите приехать сюда. И что из себя представляет этот тур? Вас сюда привозят. Дорога занимает, сначала вы едете из порта Принцессы порядка 5 часов на машине, затем на лодке, потом еще раз на лодке. Тур состоит из 4 дней и 3 ночей. С учетом приезда и отъезда, потому что они занимают практически весь день. И вы с ними ездите по маленьким разным островкам здесь неподалеку. Все это стоит. Когда мы бронировали, Елена сказала нам, что это будет стоить порядка 22 тысяч песо за двоих. Но по факту мы заплатили всего лишь 13, потому что из-за волн мы живем не на самом Балабаке, а на островке рядом с ним, и он намного дешевле. Это раз. И два, с нами, поскольку еще четверо ребят французов и один японец, мы шерим оплату за лодки, за трансфер и так далее, и так далее. И это выходит намного дешевле. В общем, почти в 2 раза сэкономили на этом всем. Но вы никогда толком не знаете, как будет выглядеть ваш тур, потому что очень многое зависит от ветра, от волн, от погоды. И программа может меняться, на самом деле, и варьироваться каждый день, поэтому не рассчитывайте на то, что это будет запланированная программа, которую вам прислали, и вы наверняка все это увидите, будьте к этому готовы. Но ребята, тем не менее, они очень сильно стараются, прям убирают территорию, к нам относятся просто потрясающе, потому что для них это еще неизведанный такой момент, туристы, да, и они единственные, кто делают это на данный момент, и хорошо, что я вообще не знаю, как они это сделали, как они нашли способ дойти до цивилизации, показать это все. И спасибо им за это. Спасибо огромнейшее. На самом деле нам повезло, что мы остановились именно здесь, что из-за волн нас сюда привезли, и здесь мы ночевали. Потому что такой экспириенс 100%, 100% не забудется, никогда. Собственно, о том, где мы живем. Быстрая экскурсия. Это наш домик, в котором все живут. Домик рассчитан на 4 пары, да. Вот, 4 там комнаты, вот. Дальше, вот там вот есть туалет с душем. Ну, как душ, там просто стоит бочка с чистой водой, вы себя из ковшика поливаете, там же и находится туалет, но чисто, потому что ребята, еще раз повторюсь, очень ухаживают за всей этой историей. Вот, собственно, и он. Вот водичка, вот туалет, он же душ. Вот, в общем-то, все. Здесь очень простая еда. Вот, но в таком месте его как бы не ожидаешь чего-то большего. 3 раза нас кормят еще раз. Завтрак, обязательно кофе растворимый, просыпаешься сразу же готов, с кипяточком стоит. Вода чистая, мы уже проверили на себе. Вот, это рис обычно, либо рыба, либо курица, либо еще что-то. Вот, и бананы. Вот, собственно, и все. Здесь есть аккумуляторы, вы можете заряжать свои гаджеты, если они вам нужны. Нам они нужны, чтобы рассказать вам об этом всем и показать. Если они вам не нужны, это слава богу, вы можете вообще отдохнуть тогда просто прекраснейше.
Вот, покажем. Ножки вытираем. Вот, собственно, от аккумуляторов. Генератор ночью работает шумно. Вот здесь. Зарядка. Вот, здесь что у нас? Здесь москитная сетка, матрас, подушки, что-то вроде одеяла. Не жарко, не душно. Окно вот такое большое, просто вещи складываешь, все. Speak with clarity, 'cause there's too much noise around us. Or maybe it's just me. На каждом острове ты платишь такой небольшой налог за вход и записываешь, ну, всех посетителей, в общем, записывают и их имена, и страны, откуда они приехали. И тут буквально еще несколько листочков, на самом деле, не так много. Всего лишь с 2018 года здесь открыто все. Откуда? 2018. Я говорю, с 2018. Откуда? Ну, вот первые листочки, они в основном... из, ну, местные люди. Вот. А вот недавно только пошли уже кто-то из других стран. Я вижу Японию, Китай, Франция, Австралия, Швеция, Америка. Русских пока не нашли. Вот, и вот, вот мы первые в России, первая запись из России здесь, на этом острове. Тут неправильно написали. Неважно. Я как будто сметане обмазалась. Ну, в общем, просто мне не хочется, чтобы мое лицо слезло до конца уже, потому что оно адски горит. Но дело в том, что наша лодка сломалась, и мы уже часа два ждем другую, даже больше, на самом деле. Но, anyway, это такое место, что... Этот день был просто прекрасен. Не знаю, может быть, мы еще поедем на Сен-Пар. В общем, короче, это такая маленький-маленький клочок суши. Не знаю, успеем мы сегодня или нет, потому что время уже почти 4. Но, anyway, может быть, мы завтра увидим его, или, может, все-таки сегодня. Но сегодня мы просто провели день на пустынном острове. Never fade, only better.
Мы наконец-то приплыли на последний остров в нашем туре, но далеко не последний по значению. Это остров Анок. И, пожалуй, это самый прекрасный остров, который я видела в своей жизни. Да, это 100%. Вы когда уже подплываете сюда, тут не просто там какая-то береговая линия лазурной воды, а просто повсюду и везде. И здесь же также есть сэндбар, есть потрясающие живописные домики, которые стоят прямо на воде. Вот, мы будем сейчас просто наслаждаться этим. Надеемся, утихнет ветер, чтобы вам показать это с высоты дрона. Сейчас он очень сильный, мы не хотим рисковать. Вот, поэтому просто покажем вам это красивое место таким, каким мы его запомнили. Мы сюда приехали всего на 4 часа, но здесь можно остаться на ночь. Вот в этом домике на воде всего лишь за 5000 песо. Ночь. Ну, для рая, мне кажется, это не очень дорого. Ну что ж, это был потрясающий день здесь, на Булабаке. Завтра мы уже уезжаем обратно на Большой остров, на Палаван. Провожаем наш последний закат здесь. И такое, я скажу вам, не забудется, наверное, никогда. День был потрясающим сегодня, мне кажется, такой самый топовый момент произошел на всего путешествие, то есть то, чего хотелось изначально нам увидеть, мы это увидели. Немножечко поснимали на дрон, но... К сожалению, было очень сильно ветрено. Очень. Мы даже попытались взлететь, но это просто небезопасно здесь сделать. Его уносят в океан или в деревья, и перестают слушаться, поэтому... Ну, на самом деле, мы желаем вам приехать сюда и сделать эти кадры самостоятельно. Может, у вас получатся самые потрясающие дроновские снимки. Мы вам этого желаю, побыть здесь, это ни с чем не сравнимый экспириенс, который... Естественно, многое шло не по плану, многое шло не так, как было заявлено изначально в этом туре и так далее. Все реально, с самого начала мы 3 дня потратили на то, чтобы добраться сюда. Мы ехали сюда очень долго и долго не понимали, что нас ждет, что, к чему приведет это все в итоге. И все это стоило того, каждый день стоил того. Пока мы были на островах, мы не видели ни одного туриста, и это не несчастье, это просто ощущение непередаваемое. Когда ты плаваешь в море или в океане, ты поворачиваешь себя к берегу, и там никого нет. Это такое какое-то ощущение и наслаждение видеть это вообще просто... Да не то, что туристы, там людей-то практически не было. Там, не знаю, пара местных рыбаков, да, не знаю, ребята, которые там убирают этот остров, ухаживают за ним и так далее. То есть тут не нужно искать ракурс, чтобы сделать вид, как будто здесь никого нет. Здесь правда никого нет. Или высветлять там... Или убирать людей в фотошопе, вам тоже их не надо, потому что их нет. Да, или высветлять... там воду или с песок, а там все реально как, там реально как на Мальдивах, но при этом есть ощущение реального приключения. То есть тут нет люкса, да, но есть приключения. Вы попадаете прямиком в приключения. Мы надеемся, что вам понравилось это видео, вы зацените эту красоту и обязательно будете здесь. И уникальность.
Да. И на одном острове были первые русские туристы. Первые. На одном из островов. Ну а мы с вами увидимся очень скоро, ребят. Пока. Пока.